Итак, эксклюзив для Инстаграма. Вот так, собственно, выглядит приложение. Вот так. Можно рулить углом сервы. Шим управления двигателем. 64 скорости вверх, 64 скорости вниз. Точнее, 64 уровня шим. Наконец отремонтировал серву. Фокус. Вот, наконец отремонтировал серву. В эту сторону 114 градусов максимум. В эту сторону 75. Заменил наконец медную проволоку на скрепку, полностью всю скрепку намотал там на качельку, и там нету яркого света, чтобы увидеть. Вот там такая как бы петелька для штырька тяги металлическая, очень большой люфт. Так, походу я в формат Инстаграма уже не вписался, так что, значит, будет для лайв-канала. Так, мотор, драйвер двигателя хороший, работает, по идее, от 2 вольт. Или от 3, ну, от 3 нормально работает, до 1 ампера может тянуть. Есть защита от перегрева. Так, ESP8266, Node MCU DevBoard, там сзади, вот, Node MCU, версия 3. Пока что это так, кое-как сделано, потому что протокол TCP, который я изначально выбрал, ну, скажем так, работает не так, как я хочу. Все надо будет переносить на UDP. Ага, вот здесь просто провод от сервера я туда спрятал. А вот здесь аккум. Аккум обычный от мобильника. Очень древний. BL5B. И все, собственно. Вот и все питание. Так, что там еще? Машинку я когда-то покупал. Фокус. Эту машинку я когда-то купил на барахолке. Ну, за, скажем, небольшие деньги. И покупал я чисто под переделку. Этот редуктор здесь был. Эти конденсаторы здесь тоже были. Я их не стал выпаивать, пусть будут. Провода здесь взял специально тонкие. Ну как тонкие, относительно тонкие, чтобы не сильно рвало там внутри шестеренки. Шестеренки пластиковые, точнее нейлоновые. Вот. Ну что еще показать? Пока что, наверное, все. А, еще конденсатор сюда припендюрил в надежде, что что-то станет лучше, но вся проблема в TCP протоколе. Если я от него уйду, и в общем-то должны все проблемы решиться. Ну, вот чувствуется тут какое-то такое сопротивление небольшое. Кто следит за моим ВК и Инстаграмом, то знает, что я уже здесь менял шестеренки. Я не знаю, как их сломал, но по идее что-то зависло в ESP или приложении. И качелька ушла в одну сторону, максимальное положение. То есть не 100, максимум 114 градусов, как у меня в прошивке, а сколько там, 180 по идее, или сколько там максимум. Короче, аж туда. Сама качелька ходит от этого положения до вот этого. А у меня здесь вот так. Всего-навсего.
И, в общем-то, тягу ничего не сломала, ну только там шестеренку. Один зуб на шестеренке съелся. Серво на термоклее, в общем, классика. Ну, как бы вот такая вот пока что информация. По поводу скорости, по поводу отзывчивости. Но когда телефон близко, то, в общем, отзывчивость неплохая. Блин, на целых 5 минут затянул видос для Инстаграма. Ха-ха. Ну вот, пока что все. Вскоре, надеюсь, что вскоре я допишу прошивку нормальную. И, собственно, вот это все в общий доступ открою.